Теперь займемся очень веселым делом. Мы играем в отличную игру под названием «Кто мой папа и чем он занимается?» Да. А твой папа пожарный? Он кто? Баскетболист? Нет. Что такое? Голова заболела. Может быть, опухоль? Да никакая не опухоль. Никакая опухоль. Я имею в виду, вы будете мне говорить, кто ваши папы и чем они занимаются. А, ясно? Но целыми днями занимается тем, что гоняется за женщинами. Мой папа больше ничего не делает со времени последнего биржевого краха. Мой папа дает деньги людям, которым нужны деньги, потом люди, которые взяли деньги у моего папы, используют эти деньги, потом они отдают эти деньги моему папе, и папа снова отдает эти деньги людям, которым нужны деньги. Мой папа живет в Нью-Йорке, он водитель такси, поэтому моя мама скоро умрет. My mom hopes he's gonna die real soon. Мой папа целыми днями смотрит телевизор. My dad watches TV. Мой папа все время работает на компьютере. Он хозяин своей компании. And he's the boss of his company. У него усы и борода. Да. He has a mustache and a beard. Да, и он такой большой и высокий. Часто головой ударяется о притолок. Мой папа разведен, и моя мама разведена. Мой папа психолог, и он помогает людям, ну, которые вышли из себя. Ну, то есть, вот. Наша мама говорит, что наш папа настоящая секс-машина. Хорошо. А я не знаю, чем занимается мой папа. Я его давно не видел. Он живет во Франции. Мой папа гинеколог, и он целыми днями смотрит женские вагины. Mi papá trabaja en la casa. Мой папа работает дома, и он много ест. Хорошо, спасибо.